Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с новым главой Березняков Алексеем Казаченко. Как отметил губернатор Прикамья, Березняки – крупный промышленный центр. У территории высокий потенциал развития как в производственной, так и в социальной сферах. Поэтому задача региональных и муниципальных властей – вести совместную работу, учитывая потребности жителей. Достаточно много накопленных социальных проблем, люди об этом говорят. Я хотел бы, чтобы вы обратили особое внимание, прежде всего, на обратную связь и на общение с людьми, чтобы регулярно вы и проводили прием жителей. Но самое главное, надо обещать то, что можно реально сделать. Город Березняки один из первых принял и утвердил план развития территории. В его рамках планируется строить и ремонтировать спортивные объекты, детские сады, школы, повышать качество медицинских услуг. Сегодня Дмитрий Николаевич определил ряд приоритетов, которые, конечно же, мы будем отрабатывать. Это аварийное жилье, это развитие микрорайона Любимов, это оперативная отработка всех обращений граждан по любым вопросам.